Спасске, который вводит нас в период особого стремления вступить на путь сострадания, с распятия Христу Спасителю, с тем, чтобы совоскреснуть с Ним в воскресный день. Когда-то Великий пост праздновался в течение одного или двух дней, потом в течение более длительного срока. В некоторых древних традициях Великий пост праздновался не 6 недель, как сейчас, а 8 недель, с исключением субботы и воскресенья, ибо суббота считалась особым праздничным днем, когда невозможно поститься, а воскресный день, День Господень, тоже не подлежал посту. Но потом в византийской традиции возобладала традиция сплошного совершения Великого поста в течение 40-дневного времени, к которому присоединяется еще особая страстная седмица. Такое сосредоточение времени побуждает нас, дорогие братья и сестры, следуя примеру преподобной Марии Египетской, наполнить свою душу особой радостью и особой ответственностью.